Доехали хорошо до Москвы, а потом сюда в Тунис. Отлично. Так, ну планируется сегодня, это вообще первый ваш старт в Равночи? Там у нас вообще как бы и спорта такого нету, мы тут пришли попробовать, приехали. Отлично. Всем, что умеем. Отлично, как доехали, как настроение? Отлично. Отлично. Вам номер? Нет. Ты отсюда номера взял? Тут нет, один только. Ja, du, ich hätte auch gefunden, ich wusste, dass ich was habe. Tschüss. Слушай, Генск. Ну, бляха, мух, настоящий гладиатор, ёкрановый. Чё, сама. Вот где нам нужен техконтроль. Вот где нужен техконтроль. Они лучше будут проверять. Полагаемые участники соревнований. Там еще раз очень. Здесь ты что получается? Мы как бежим? За ворот. Прямо здесь можно по резинке бежать? Или там, нет, брать? По стадиону. Не опаздывайте к старту. Уже не Михаил Рузик. Он Башкортостан. Город. На старте машины Юрий, Япония. Эстония, давай вперед, Елабуга! Украина! Златоуст вперед! Антон, молодец, давай! Молодец! Миша, давай! Руслан, молодец! Али, красава, хорошо идешь. Отлично. Терпи. Молодец. Давай, хорошо, давай. Али, красава, вообще. Молодец. Терпеть. Накатываю, давай. Первый раз в Елабуге, великолепный город, встретили, ну, просто шикарно. Все иностранные гости отметили высокий уровень организации, высокий уровень поддержки. С чем это связано? Это политика города или просто Елабуга спортивный город какой-то? Ну, политика это, во-первых, президента Республики Татарстана. У нас практически в каждом районе что-то делается. У нас из 48 районов, 45 есть или стадион, или бассейн, или два объекта вместе. Даже вот в маленьких соседних регионах, где 15 тысяч населения в районном поселке, есть и стадион, и ледовая крытая арена. Это уникальные вещи. А вот в Елабуге это уникально, наверное, для России. Мы его называем спортивным городком, когда 4, даже 5 спортивных объектов шаговой доступности рядом с хорошей гостиницей, поэтому от того и результаты. Ну, есть уже определенный опыт принятия соревнований различного уровня. Буквально 2 года назад мы провели всероссийские сельские игры, ну, много, так скажем, соревнований детской направленности, республиканской. И я думаю, что в этом плане мы будем расти. У нас желание, поддержка главы района. У нас бесплатное посещение для всех школьников спортивных объектов, для пенсионеров.
пенсионеров, ветеранов. Это обязательное условие. И, конечно же, упор на проведение соревнований, массовых соревнований, как со своими школьниками, так и с приезжими. У нас очень много приезжает на подготовку спортсмены. Архангельск, Москва, Петербург. У нас очень демократичные цены по сравнению с другими большими городами. Ну и инфраструктура. И плюс еще, конечно, туристический потенциал у нас очень большой. Такие имена, как Шишкин, Цветаева, Дурова. Есть что посмотреть, позаниматься. И, наверное, вот этот комплекс и дает тот результат. Я думаю, что нам и Всемирная универсиада, то, что пройдет в следующем году, мы постараемся по максимуму привлечь сюда людей, чтобы о нас как можно больше людей знали. Который раз вы участвуете в таких соревнованиях? Ну, судя по ходу и по стрельбе. Первый раз, да. Угу. Что было самое трудное? Самое трудное, потому что я никогда столько много не бегала. Вот, тут еще такая дистанция. Но, в принципе, нормально. Главное участие, не победа. Как сегодня бежалось? Как была трасса, как гонка? Гонка была замечательная, бежалась хорошо, правда тяжеловато. Стрелялась, мне стрельба моя не понравилась. Чего, я что-то накосячила. Вроде 6. Многовато. Завтра как побежишь? Я завтра надеюсь намного лучше отстреляться и побегу на полную катушку, выложусь вся. Что было самое главное в этой гонке сегодня? Но самое главное, наверное, было вот именно ровно дойти, ровно, чтобы пройти эту гонку, потому что все-таки с тренировочками я тут немножко чуть-чуть не довела все до конца. Поэтому главное было дойти, стрельнуть хорошо, но что-то с стрельбой не повезло мне на последних двух рубежах, стрельнула неважно. Вот. А так все ровненько, да. Завтра как? Ой, ну завтра, наверное, я надеюсь, что завтра будет проще. Мы сегодня продышали, завтра уже должно легче быть однозначно. И поэтому я думаю, что завтра будем готовиться, стрельбу немножко сегодня вечером подкорректируем. Я думаю, что все будет нормально. К завтрашней гонке подойдем как надо. Ну, настрой был хороший, но не верилось в победу. У меня сегодня было 9 махов, и еще перед стартом я так и подумала, что 9-й номер. И так уже и получилось. Ну, в общем, гонка удалась, я рада. Как сегодня бежалась, рассказывай. Ну, бежалась не то чтобы хорошо, ну, нормально, бежалась средне так. Не сказала бы, что она отлично, вот. Ну, хорошо, нормально. Нормально. Что со стрельбой сегодня? Стрельба ну, лучше, чем обычно. Да. Как завтра гонка будет? Не знаю, посмотрим, как получится. Как сегодня шла гонка, рассказывай. Ну, гонка сегодня прошла хорошо, было, конечно, тяжело. Ветер на рубеже очень как бы мешал, сыграл свою роль. Ну, а так, в принципе, наверное, все было хорошо. Чем занималась летом, готовилась специально к этому старту? Ну да, конечно, как бы это у нас один из главных стартов летние, как бы говорится, одни соревнования у нас проходят, чемпионат России, как бы это наш главный старт нашего лета, нашего сезона. Ты, по идее, являешься хозяйкой этой трассы, хозяйкой земли, насколько помогает тебе поддержка? Ну, конечно, помогают болельщики, спасибо им большое. Как говорится, спасибо тренеру, который также там поддерживал, подсказывал по трассе. Ну, как бы большое спасибо организаторам соревнований, которые как бы привели, разрешили провести здесь, приняли у нас как бы дома. Это тоже как бы во второй раз у нас только проводятся такие соревнования такого масштаба. Как сегодня гонка шла, как бежалась? Ну, бежалась трудновато, как бы. Ну и по идее, конечно, это легче, чем подъемы, спуски, это все бежать. Ну, не знаю, мне вполне понравилось. Что за стрельбой сегодня было? Ой, на первом рубеже я вообще сама не поняла, что у меня получилось. 3 штрафа, не знаю, я сама удивилась как-то. Вот. Но потом вроде поправила уже, нормально была стрельба. Я, по-моему, мне или показалось, один рубеж был вообще без штрафа. У меня 2 рубежа по нулям было, да. Отлично. Второй, третий. Четвертый тоже махнул что-то. Сегодня Надя победила с 9 промахами. Ну, у нее хорошая кроссовая подготовка. Понятно. Вот. Как завтра гонка пройдет? Как планируется? Вот, я даже не знаю. Еще смотря какие будут погодные условия. Как бы здесь и ветер, открытая местность. Мне вот это не понравилось. Вот. Ну, а так все. Ну, я надеюсь, пройдет так же. Нормально. Дерек, коли вагим, вот, идею, як, еще... Nagyon tetszik, kellemes meglepetés, mert itt kedvesek az emberek, és a sport az magasan felülmúl mindent itt ebbe a pici kis városba. És a vezetők maximum az élen a szívüket adják, és ez boldoggá tesz engem. Thank you, I'm fine.
The field, the rounds, so it's a very professional organizing, and the field is very good. I'm not so good, so I have to develop myself. 今日はアーチェリーが思ったより当たって、普段はアーチェリーは得意じゃないんだけど、ないんですけど、よく当たって、はい、よかったです。ロシアは好きです。とても練習環境が良くて、走りやすくて、食べ物も僕にとっては好きなので、はい、今回2回目ですけど、とても好きです。Но сегодня самое трудное. Но для меня это первый раз заниматься такой видом спорта. Но я только стреляю из лука, каждый день и не бегаю. А сейчас надо было бегать быстро и стрелять тоже. Хорошо. И для меня это трудно было стрелять на колено. Да. Это было очень новое такое чувство. Homme tahan joosta väga kiiresti ja lasta väga kiiresti ja täpselt, et ma arvan, et homme olen palju paremas konkurentsis kui täna. Наговоря было тяжело. Но я думаю, уже теперь есть над чем тренироваться, знаем, к чему готовиться. Дистанция сильно большая, конечно, для нас. Вот. Ну, думаю, пределов нету. Будем готовиться. Завтра будет спринт, завтра будет меньше дистанции. Как справитесь, как планируете провести гонку? Посмотрим. Спринт, в принципе, тоже на пульсе будет. Будет не намного легче, чем длинная дистанция. Спасибо.
Selected very quick and team to find it, but I think it was our first experiences here in this kind, how the Russians do it, and therefore I think it was very, very interesting and a good success, as Max has won the bronze medal, and therefore I think it will be a good step for the future. The most thing is that they are very, very close, or they are very copy the biathlon. We have no two kinds of archery, we have only in standing. Archery is made only in standing, therefore we have it. And then we have a little bit longer penalty round. So that system, but generally it likes similar then. Other kinds are similar. And we are not running each sportsman by himself. We are make only with start all together. And then the winner, he is at first at the finish line, he is also winner of the race. That is a different, I think the main difference, but we will see a similar tomorrow in the sprint. That is difficult. Therefore, I think if we will have a chance in the Summer Olympic, we have to find an strong partner also then to the IOC to have it. I think, but they are discussing very, we have to be popular also for the TV. They think, but we have not to copy the biathlon from winter. Only we have to find our own place, but we have to find a strong association, a strong federation that they can make push to the IOC. But the IOC generally say new kinds of sport only if other have to go out. And that is a strong, very, very strong fight. And therefore we have to win the TV. We have to be popular for TV. Then we have a chance. Only then. International schon. Also international bin ich noch nie so wirklich gestartet. Das ist schon ein Erfolg. Ansonsten in Deutschland habe ich schon mal Deutscher Meister geworden.